Ну что, поехали? Всем добрый вечер. Здравствуйте. Вас не увидели, не услышали. Всем добрый вечер. Всем добрый вечер. Еще.
будем добрые ручки. Будем добрые ручки. Будем добрые ручки. Ты не бережешь мои пальцы. Прежде чем дальше собрать, мы хотим сказать спасибо Юрию Николаеву, этому человеку, который нас сегодня все собрал, который организует буквально нечто такое интересное. И встань, Юрий, чтобы все видели. Я бы не пришла бы 10 лет назад не играть свои песни. Мы бы с Лешей не познакомились, не поженились, если бы не Юля, между прочим. Ну, началось. Так что, это тебе спасибо, да. Вот ублюдок. На самом деле, ребята, спасибо вам, что вы приходите. Да. И сегодня с нами играет наш, кстати, барабанщик Донат Ермольдович. Это песня, которую мы всегда играли с нами, ни разу не играл, если что. Как ни странно, барабанщик сегодня играет с нами. Который не играет песню сейчас. Который с нами никогда не играл. Тем более на кахоне. Тем более, да. Ну что, продолжим? Я еще помню номер Юрия. Да. Помнишь, был Юрий Николаевич, вчера была утренняя звезда. Да, была такая. Это моя первая реинкарнация. Таланты искал. Это да. Очень странно, когда со своей группой никогда не играл. На кахоне. Сейчас такой джаз, как бы. Джаз. Немножко джаз. Не такой, блюз такой. Это очень интересно. А я хотел спросить, вот первый, вот только что было, кто-то там слушает ретро-джаз. И вот эти герои, которые у тебя песни слушают ретро-джаз, ты над ними типа с высоты так, с высока смотришь? А, эти слушают ретро-джаз. Или это просто? Если честно, я сама не знаю, о чем песня. Я об этом не думаю, с высока. Я думаю, тут люди играют, типа, ну вот эти щенки слушают ретро-джаз. А сейчас джаз. Я думаю, блин, как это интересно. Послушайте ваши песни. Это образ, нет. Да, послушайте еще раз свою песню. Воспаленная фантазия. Следующая песня принадлежит этим. Я не умею читать по губам. Как начнется
сердце самое тихое мое. Утро самое тихое мое.
нравится. Христианский. Давай, мои лифары. Нам надо не Thank you.
закутавшись в плед вечерами. Чашкой чая, коробкой конфеты мечтами. Веря, что есть еще выход из этого круга. Ты отвечаешь на письма с улыбками друга. Лет 21-й в стране без чудес, пол шестого. На стихи Бориса Рыжего. Ну вам нравится ли Рыжего? Абсолютно. Ты просто сказал на стихи. Наше место Советское. Yeah.
Песня про Густав. Про Густав. Ты же не против? Джордж, из Ралика. Эй, здорово. Здесь дикий драйв. Песня называется «Крыжовник». 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 Кто-то поет песню про малину, про клубнику, про крыжовник. Черных кустарников, колючих как проволока, созвонил железным и жестким крыжовник. Сиганье луны, как вода студеная, наш судит судьбы, аж мозг становится кровом. Посреди крыжовника жесткого и колючего, что прячет луну в своей белой оболке сети, созревает поэт. Посмотри, как покрываются известью его нервы. Оставил тела кричащие любви и объятые слабостью. Последнему ты уснул в шкафах, печка стеная, постель надежды. Поцелуев, растения декабрьские, мозг осторожный, свет луны согреет благоразумие, и эта свеча быстро тает на солнце. Согласия в вечной ловушке, пустые в своем упорстве. Длиться означает распутывать пальцы, длинные, многочисленные, как волосы у любовниц. Длиться означает распутывать пальцы. У вас крутой образ, вы как будто хакеры, которые готовят цирак. Что ты несешь, Боша? Опять ты забыл эти таблетки. Пошел в жопу. Я им раз. Что ты говорил? Вы как будто банда хакеров, которые готовят цирак. Каждая песня террористическая. Вообще, да. Нет, я про визуал. Я про визуал. Вадим, выглядим как гопники, если... Ну, мне нравится, Спасибо. Это очень круто. Одели то, что в шкафу было, когда достала, одела и пошла. Я не верю, мне кажется, просто крадутся. Твое почтение. Круто. Я сегодня аж по-другому... Не, ну я бы сказала, где веселье, что я думала, хотела купить. Веселье! Серьезно. Ты что, было, что? Смог в Россию, не поли хату. Веселье. Песня называется «Нафталин». Нафталин? Нафталин. Нафталин. Не через «Т», а через «Н».
на каком ладу себе подошел? А вам не сильно громко, не Азазия? Нормально? Хорошо? Так классно. Пальцы уже отваливаются. Громко, вообще молодой лет. Смотри. Какие аккорды? Никакие.
значит, на открытом столе. Расшивает бороду и метал еще красками. Оскапывает по городу, который за две сотки горит. Мелочки, ой, разыгралась, расплясалась.
Веселая. Веселая. Ну и веселая. Она веселая. Неделю.
Как бы колыбельная. Правильно, домой спать. Домой спать, колыбельная. Ставьте лайки. Итак, подписки, вот это все как это? Нянисик. Подписки, лайки. Мы не вспомнили. Я уже три бокала. Да надо, скажи, просто любите нас, не надо нам лайки. Бокал Альбена просто. Любите нас. Ну вы нет. Не будет Халтович, мы продолжаем вечеринку. Ваши красивые. Внимание, рука. У всех есть рука? У кого есть рука? У кого есть рука? Поднимаем. У кого рука есть? Поднимаем, у кого есть рука? Опа! Эй! Кстати, 13 мая мы играем электричество, химическая реакция была, химическая реакция, наконец-таки, в клубе «Варпа». В клубе «Варпа», да. Не в клубе, 2 мая, это не клуб. Это не, «Варпа», это «Новостройки», да. Там вот конкурс, мы разрешены играем по гостям, командой, да. И если что, эти песни можно купить онлайн. Альбомы закачаны, это не... Скоро у нас еще один сингл, да. Недавно вышел сингл. Фу. Еще скоро выйдет тоже сингл, еще мы завтра записываем барабаны, два сингла, в общем. Да, работаем. Это не полный состав и инструмент. Как вы поняли. Спасибо, ребята, спасибо за свечку. И это не реклама, если что. Это была реклама. Это не была реклама.